Привет, это снова я. Сегодня я попробую замерить уровень шума автомобиля Славута. Сейчас на экране смартфона вы видите программу, измеритель шума. Сейчас двигатель работает на холостых оборотах. То есть 46 децибелов. Мой голос, конечно, повышает значение. Ну, то есть при холостых оборотах 46 децибелов. Сейчас я попробую поехать. Разгонюсь до 40-60 км в час. Посмотрите, какие будут значения. И потом мы их попробуем сравнить с другими автомобилями, то есть с замерами других автомобилей в салоне. Посмотрим, что из этого получится. В среднем вы видели, значение поднимается до 70, а то и выше даже децибелов. Вот такая вот погремушка в салоне Славуты. Всем спасибо за просмотр. Пока.